Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и с вами снова возвращаемся в GD Deluxe. И у нас здесь осталось два уровня, это какой-то Игорь и Shape Shifter. Насколько я помню, я очень давно сюда вообще заходил. Это очень жесткие уровни и очень баганные уровни, к сожалению. Я, конечно, вообще не следил, обновляется ли эта игра. Эта игра у меня просто без всяких обновлений, так сказать, валялась в телефоне. Я такой думаю, ладно. Попробую все-таки я это все дело добить. И, возможно, я с этим покончу. Но потому что у меня берут какие-то сомнения, то что вообще сейчас в этой игре что-либо делают. Ну ладно. Возможно, я и не прав, но, в общем, напишите в комментариях. Так. Опа. Но сейчас пока все неплохо получается. Я же вроде как на практике это все дело проходил. У меня уже пальцы все более-менее помнят. И того, и ту черную тварь тоже помню, да. Во, все, продвинулись еще дальше. Так. Блин, опять вот эта фигня. Чего этот орк так далеко-то, а? Я все время думаю, что надо чуть пораньше. А нет, надо прям вообще поздно. Фух. Поехали. Ну, блин, я здесь, по-моему, не был. Да, блин, я же прям в самом конце сдох. Ни хрена себе, вот это я продвинулся. Ой, блин. Так, еще раз. Еще раз. Ой, вот это было страшно, вот это было страшно. Все, я походу прошел, все. Фух, Shape Shifter, отлично. У меня еще, по-моему, какой-то странный скин стоял, я его только сейчас что-то заметил, ну ладно. А переходим теперь к Игорьку и посмотрим, что он сейчас мне сделает. А сделает он, скорее всего, мне сейчас очень много. Ну да. Я уже по этой музыке чувствую, что что-то неладное сейчас будет. Да. Но здесь постарались это все дело под музыку сделать. Уже хорошо. Блин, я баг какой-то сделал, ну ладно. Так, а вот это я вспомнил. Да. Точно. Так, это все-таки был не баг, хорошо. Так, что тут дальше? Блин, переворот, черт подери, я уже все тут позабывал. Так. Ой, успел. Ой-ой-ой, что я творю? Подожди. Что я делаю? Блин, там монетка. Ну ладно, плевал я на монетку. Ну и, блин, что это было? Я куда-то упал, ладно. Во! Блин! Опа! Да ёперный театр, да что ж такое-то? Я только до тут дошел. Да блин, непонятно, как он работает, этот спринг-коптер, блин. Во! Да черт тебя побрал бы, ну что ж ты издеваешься так надо мной? Там постоянно какие-то баги, я проходил это на практике, вы понимаете? Я там столько раз сдох, наверное, раз 200, и это все не по моей вине, а потому что там на каждом шагу буквально вот эти баги, вот я серьезно вам говорю. Я сейчас даже это все вырезать не буду. Я вот просто здесь вот так вот пролечу, вот так вот крутанусь, просто вот так вот тут еще протыкаю, блин, и там пролечу, там умру, везде, короче. Ну давай, раз, опа, опа, все, профессионализм. Так, все.
О, наконец-то продвижение, хоуд. Так, все, сейчас главное не обосраться. Так, ну я, скорее всего, обосрусь, ну, в этом весь я. Так, хорошо. Так, раз, два, три, опа, летим, 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 летим. Так, все спокойно, сейчас не кипишуем особо. Так, так, так. Блин, что-то я просрал немножечко. Я, блин, ускоритель просрал, ладно. Вы, конечно, извините, что я тут так выражаюсь, просто я уже серьезно задолбался, и еще я сейчас умер в конце, это тоже не самая приятная картина. И удивительно, что я сейчас не заорал. Что это было сейчас? Я не понял. Это никакого ноуклипа не было, честное слово. Я буквально сейчас просто нырну в лаву, и со мной все было нормально. Охренеть. Оказывается, у него еще и иммунитет к лаве. Замечательно. Ты чё не долетел-то, придурок? Ну хорош уже, а? Это что за издевательство такое? Вы видели вообще конец там, где я сдох? Там-то еще хуже дела обстоят. А я и это не могу пройти из-за сраных багов. Боже мой, наконец-то, блин. Вот это говнище полное, конечно. Ну ты, Игорь, говнище, конечно. Ой, не в обиду, конечно, всем Игорям. Вот мы с вами наконец-то прошли этого Игорька и Чёрка. Но я не понимаю, почему ему поставлено 3 звезды. Хотя я тут, знаете, сколько вообще проторчал? В общей сложности, наверное, часа 3. Или часа 2, потому что я практиковал один сраный баг. Сраный баг. И я еще учился летать на этом спринг-коптере. И смотрите, сколько попыток. 710 нафиг попыток. И, наверное, 80% это, конечно, все практика. Ну да. И это был тот парт, где... Вот все, короче, затемненные в стиле этого доминатора, доминейтера, геометрику доминейтера. В общем, там вообще кромешная тьма, полный ужас, все. Напоследок скажу, что в этой игре я все-таки собирать монетки не буду, потому что эта игра, она надо мной просто все это время издевалась. Потому что там, ну, постоянно какой-то непонятный рандом, что ли. То ли на миллисекунду не успевал. И... Я как-то это уже терпеть особо не хочу, поэтому я завязываю с этой игрой, хоть и не на все 3 монетки тут, конечно, ну здесь 1 монетка, это ладно, это все пофиг, поэтому все. Ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставьте комментарии, ставьте игру ВКонтакте, всем удачи и всем пока!